Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим штатное крепление для камер заднего вида от компании Geyser, модель CA867. Данное крепление предназначено для установки на автомобиле Toyota. Поставляется оно вот в такой вот упаковочке. Давайте откроем нашу упаковку, посмотрим, что за крепление, и соберем его вместе с камерой, чтобы показать, как это все работает и как устанавливается. Так, открываем упаковочку и видим наш комплект. Это крепление под саму камеру, устанавливается в заднюю часть автомобиля, площадка для фиксации камеры и два винтика. Вот. И вся комплектация для установки полной. Нам еще понадобится камера. Камера универсальная, сюда подходит. В принципе, производитель также может быть любым. Единственное, чтобы по конструкции полностью совпадала. Ну, в принципе, по выбору, при выборе, вернее, вам консультант всегда подскажет, какая камера подойдет к данному креплению. Не обязательно гейзеровские только подходят сюда. В данном случае у нас это не гейзеровская камера. Вот мы сразу посмотрим, насколько крепление универсально. Ну и, соответственно, камеры, насколько универсальные. Так, провода мы завели, подключение. Вот такая вот конструкция у нас должна получиться. Единственное, что нам еще нужно зафиксировать площадочку вместе с камерой. Берем винтики. И фиксируем нашу камеру. Вот такая конструкция у нас получается. Полностью камера готова к эксплуатации. Единственное, что подключаем ее на питание и подключаем к монитору. Вот так вот выглядит данная конструкция. Дополнительные характеристики и стоимость камер и креплений вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.